Первая в Адыгее вертолетная площадка для доставки экстренных больных появилась в Кашхабском районе в конце прошлого года. Строительство данного объекта было осуществлено в рамках национального проекта здравоохранения. 20 ноября вертолет санитарной авиации с бригадой медиков прилетел в районный центр и приземлился прямо перед приемным отделением районной больницы. Экстренный вылет был выполнен, чтобы забрать тяжелобольного пациента с сердечным заболеванием и доставить его в республиканский сосудистый центр. Врачи Кашхабской центральной районной больницы оказали больному всю возможную помощь. На карете скорой помощи пациент был доставлен к вертолету. Медики передали его специалистам из республиканского центра. Такой вид транспортировки позволяет быстрее и безопаснее доставлять тяжелобольных в нужные медучреждения, а также повышает доступность и качество оказания квалифицированной медицинской помощи.